короче. Для меня это видео ностальгия, оно мне попало в рекомендации, и оно вообще офигенное здесь. В нем есть все, ну, практически. Ну, для меня, как минимум, потому что, ну... Это Dead Space 3. Я его один раз прошел, на стриме не допрошел, потому что там на хард уровне, и, ну, мы вернемся. Так что, если что, подписывайся, ссылка есть в описании. Вот, а сейчас мы смотрим Dead Space. И я могу его еще раз пересмотреть, как будто я смотрю его заново, потому что для меня это вообще класс. Много-много что для меня это значит. Из всех Dead Space'ов первый офигенный. Ну и третий, они все офигенные по-своему. И вот Эзик проснулся и... Ну что он должен увидеть? Как ты думаешь? Ну что, давай. Ну конечно, как зомбак на монолит пошел. Что ему еще надо-то? И они еще так прикольно сделали, типа, ну, 9 лет назад. Трейлер был. Что он будет делать? Правильно, он туда просто прыгает. Просто на монолит. Add voice to your arsenal and amplify the action with Kinect. Все. Никогда не было Xbox, никогда не было геймпада. Вот такое видео.